Ladies and gentlemen, referee Chris Tione has called a stop to this contest at 4:25 of round number 2. Declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Tagir Ulubekov. Я с победителем Тагиром Уланбековым. И, Тагир, ты показал сенсационное выступление против одного из самых жестких и стойких парней твоего дивизиона. Насколько ты доволен своим выступлением? И насколько ты рад выдать такой финиш, при том, что сегодня будет бой за пояс в вашем дивизионе? Я очень рад. Всем привет. Салам алейкум. Я очень рад, победить на таком большом турнире. Сегодня будут биться чемпионы, можно сказать, чемпион моего веса и претендент. Я бы им хотел сделать послание. Пусть бережно относятся с этим поясом, так как один прекрасный день я приду за ним. Тагир, ты почти провел удушающий в конце первого раунда, затем опять забрал его спину во втором. Скажи, какие у тебя были мысли, потому что тебе пришлось потрудиться для того, чтобы провести сабмишн, который мы сейчас увидим на повторе? Ну, знаете, сегодня утром Хайб отправил мне голосовое сообщение. Ты должен работать с ним, сделать именно вот этот прием зашагивания. Была поставлена цель не пропустить от него правую прямую, забрать спину и попробовать задушить. Хабиб, я думаю, весь план я здесь выполнил. Не будем об этом, о боях, в мире творятся другие вещи. Я бы хотел поддержать своих братьев, сестер и маленьких детей, которые проходят через трудности сегодня в Палестине, в секторе Газа. Палестина, мы с вами. Также я бы хотел посвятить эту победу одному замечательному человеку, который вырастил меня и был рядом со мной за моей спиной всю мою становление, мою профессиональную карьеру. Абдулманов Магомедович, пусть Всевышний смилуется над вами. Тагир, ты один из самых ярких претендентов в этом дивизионе. Я с нетерпением жду твоего следующего боя. Поздравляю с победой. Тагир Уланбеков.